Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года номер 924/16, с 31 декабря 2017 года прием наличных денежных средств и банковских платежных карточек будет осуществляться с установленным на кассовом оборудовании средством контроля налоговых органов. К 31 декабря 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить средства контроля налоговых органов на кассовое оборудование, используемое при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Электронсервис предлагает кассовые аппараты, обеспечивающие работу со средством контроля налоговых органов. Всегда в наличии широкий ассортимент кассовых аппаратов, весов, констоваров. Электронсервис проводит модернизацию работающих кассовых аппаратов с последующей установкой из КНО на кассовое оборудование. В нашей организации заключен договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», что позволяет в кратчайшие сроки установить из КНО на ваш кассовый аппарат. Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами установить из КНО на ваше кассовое оборудование. Ждем вас по адресу: город Витебск, улица Терешковой, 7А. Студия эстетики «Танго» представляет собой уникальный баланс высокого качества оказываемых услуг, профессионализма мастеров, приемлемых цен и гибкой системы скидок. День за днем салон «Танго» воплощает в жизнь самые заветные мечты своих клиентов. Опытные мастера, постоянно повышающие квалификацию, творчески подходят к своему делу, с радостью помогая кардинально изменить привычный образ, учитывая все пожелания, давая советы и рекомендации. Студия эстетики «Танго» – это бьюти-пространство нового формата. Одновременно это салон красоты, магазин профессиональной продукции и учебный центр. Если вы еще только определяетесь в жизни, ищете себя и любимую профессию или хотите сменить род деятельности, тогда вам непременно в учебный центр студии эстетики «Танго». «Танго» предлагает не только семинары и мастер-классы для повышения квалификации мастеров по наращиванию ногтей, маникюру и педикюру, лешмейкеров, но и курсы для новичков в индустрии сферы красоты. Обучение на таких курсах, как мастер по наращиванию ногтей, идеальный маникюр, салонный комби-педикюр, наращивание ресниц, броу-мастер, депиляция воском и сахаром. Это отличный старт для получения востребованной и прибыльной профессии. Также есть что предложить и девушкам, которые хотят всегда выглядеть привлекательно. Посетив курсы «Макияж для себя», «My Brows», «Гель-лак с нуля», вы сможете создавать неповторимый и завершенный образ для себя любимой и своих близких. Инструкторы школы – это не только отличные специалисты в сфере обучения, но и действующие мастера, которые регулярно повышают свой профессиональный уровень и занимают призовые места на международных и республиканских конкурсах. Так, на международном конкурсе «Роза ветров» студия эстетики заняла второе место среди школ страны. На международном конкурсе «Минский вернисаж» студия «Танго» стала номер один среди салонов красоты Республики Беларусь. А в августе этого года мастера студии стали дипломантами республиканского проекта «Дефиле с мамой». В студии эстетики «Танго» непрерывно работают над улучшением и совершенствованием сервиса обслуживания и комфорта обучения. В этом году учебный класс был обновлен и модернизирован. Приобретена новая мебель, оборудована визажная зона. Появилась фотозона, которая очень полюбилась учениками. Предусмотрен гибкий график занятий. Вы можете выбрать удобное для вас время и запланировать заранее свое обучение, так как расписание составляется на 2 месяца вперед. Есть группы дневные, вечерние, а также группы выходного дня. Для тех, кому сложно подстроиться под групповое расписание, есть возможность проведения индивидуальных занятий. По окончании обучения выдаются сертификаты, оказывается содействие при трудоустройстве. Разобраться в обилии направлений и сделать правильный выбор вам поможет администратор по обучению. Записаться можно по телефону +375 29
218-67-52 и онлайн. Оплата осуществляется в день проведения занятий. Наличный и безналичный расчет. Основателем и руководителем студии эстетики «Танго» является Татьяна Галишова, мастер ногтевого сервиса, сертифицированный преподаватель, многократный победитель международных, республиканских и областных конкурсов. А с 2017 года Татьяна Галишова является судьей международной категории по моделированию, маникюру и дизайну ногтей. Студия эстетики «Танго» – это результат моего долгого творческого пути к успеху. Благодаря правильному выбору профессиональных курсов и постоянному совершенствованию над собой, мое хобби стало профессией и смыслом всей моей жизни. Пройдя такой долгий путь, сегодня я могу поделиться с вами опытом и пригласить в наш учебный центр. Приходите, и мы поможем вам стать успешными. Ждем вас по адресу: Смоленская площадь, 10. Хотите подобрать мебель и технику для дома без лишних затрат и беготни по магазинам? Тогда вам в торговый дом «Витязь». В торговом доме «Витязь» всегда большой выбор корпусной и мягкой мебели от лидирующих белорусских производителей по доступным ценам. Практичные наборы корпусной мебели для кухни, обеденные группы, столы и стулья, роскошная мебель для спальни, матрацы различных конструктивных типов, яркие и функциональные гарнитуры для детской комнаты. Порадует также большой выбор мебели для отдыха различного ценового уровня. Диваны, тахты, кресла, матрацы, мебель из ротанга, дачная мебель. Для ценителей роскоши и комфорта в торговом доме «Витязь» работает фирменная секция корпусной мебели Калинковичского мебельного комбината. Стильная и качественная мебель отлично впишется в интерьер и создаст идеальный образ вашего дома. Без лишних затрат времени вы сможете выбрать не только мебель, но и качественную современную бытовую технику для кухни. Газовые плиты, встраиваемую технику, холодильники, технику для уборки помещений, стиральные машины, электробытовую технику для ухода за телом, электроинструменты, теле- и радиоаппаратуру, телевизоры, тюнера цифрового телевидения, антенны, аппараты квантовой терапии. А подчеркнуть индивидуальность вашей квартиры и создать настроение помогут яркие и красочные картины и часы. На отдельные группы товаров действуют скидки. Товар можно приобрести в рассрочку. Торговый дом «Витязь» работает без обеда и выходных с 10 до 19 часов. В субботу с 10 до 17, в воскресенье с 10 до 15 часов. Ждем вас по адресу: проспект Строителей, 33. Хотите добавить настроение вашей спальне, создать уют и подчеркнуть стиль? Спешите за покупками в магазин «Постелька». Роскошные, яркие, нежные комплекты постельного белья из тканей белорусского и импортного производства, а также широкий выбор домашнего текстиля, который вы полюбите. Комплекты постельного белья из бязи, поплина и других высококачественных тканей по разумным ценам станут украшением любого дома. Удобные мягкие подушки, теплые и уютные одеяла, мягкие пледы, декоративные подушки, нежные полотенца, недорогие комплекты постельного белья с детским рисунком порадуют вас качеством и оригинальными расцветками. Постельные принадлежности можно выбрать в комплектах, либо отдельно. Большой выбор наволочек, пододеяльников, простыней разнообразных расцветок и размеров. В магазине представлен широкий выбор вафельных полотенец для кухни, а также купальных полотенец из вафельного полотна, которые очень удобно брать с собой на пляж или в сауну. Они отлично впитывают, быстро сохнут, занимают мало места. В магазине «Постелька» можно остановить свой выбор на готовой продукции, а можно заказать наряд для вашей постели в индивидуальном порядке. Для матрасов нестандартных размеров возможно изготовление простыней с эластичной тесьмой, а застежка пододеяльников и наволочек на тесьму «Молния» – это удобно, красиво и практично. Профессионалы швейной мастерской магазина «Постелька» реализуют ваши пожелания в кратчайшие сроки. Срок изготовления – до 5 дней. Заказы принимаются от физических лиц и организаций. Возможен безналичный расчет. Магазин «Постелька» желает вам приятных покупок
и ждет вас с 10 до 19 часов в будни и с 10 до 17 часов в субботу по адресу: улица Воинов-Интернационалистов, дом 13. Ваш компьютер устарел и уже не в силах справляться со сложными задачами? Пришло время менять его на более совершенную модель. А может, остановить выбор на более портативных вариантах гаджетов – планшете или ноутбуке? Салоны компьютерной техники в торговых центрах «Беларусь» и «Европа» предлагают множество видов современной компьютерной техники от производителей с мировым именем. Здесь вы сможете подобрать то, что подойдет именно вам. Большой выбор компьютерного оборудования различной конфигурации для дома, учебного заведения, офиса, для самых разных пользователей, деловых людей и обывателей, студентов и школьников, домохозяек и геймеров. В продаже имеются сопутствующие товары: флеш-карты, колонки, мониторы, веб-камеры, наушники, микрофоны, клавиатуры, комплектующие и многое другое. В салонах компьютерной техники в торговых центрах «Беларусь» и «Европа» вы также сможете приобрести оргтехнику, планшеты, ноутбуки, автоэлектронику, проводные, радио и мобильные телефоны. Порадует огромный ряд моделей ЖК-телевизоров, персональных компьютеров и акустических систем. Продавцы-консультанты окажут вам компетентную помощь в выборе товара. Вы будете удивлены не только количеством моделей, но и приятными ценами. Хотите приобрести технику в кредит? Отличное решение! Кредит сроком до 3 лет или рассрочка до 12 месяцев – выгодное предложение. Салоны компьютерной техники находятся по адресу: город Витебск, торговый центр «Беларусь», павильон 304, торговый центр «Европа», павильон 18. Время работы с 10:00 до 19:00 без выходных. Новости телеиндустрии. Витебский городской телеканал «Наше ТВ». Весь спектр телевизионных развлечений. Новости, фильмы, сериалы, музыка, мультфильмы, производство авторских программ и рекламы. Телефон 60 28 60. «Наше ТВ». Смотри свое. Ледовый дворец спорта в Витебске – отличное место, чтобы провести время с пользой для своего здоровья. Здесь знают, как сделать досуг разнообразным, развлекательным и приятным. Спортивный комплекс предлагает жителям Витебска и области широкий спектр спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, просмотр спортивных матчей, разнообразные праздничные шоу-программы и концерты звезд эстрады. На современной тренировочной базе Ледового дворца спорта успешно проходят учебно-тренировочные занятия детей и подростков, что дает возможность воспитать из них профессионалов и просто здоровых людей. На ледовой арене для жителей и гостей города, а также любителей активного отдыха, организуется массовое катание на коньках. Здесь же оказываются услуги по прокату и заточке коньков. Предоставляется возможность для тренировки хоккейных любительских команд. Позаботились в спортивном комплексе и о тех, кто мечтает об идеальном теле, стройной фигуре и хочет всегда быть в отличной физической форме. К их услугам – тренажерный зал. Для девушек – программы коррекции фигуры и снижения веса. А для мужчин – программы увеличения мышечной массы и подготовки к соревнованиям. Профессиональные тренеры подберут вам идеальную систему тренировок. Тренажерный зал Ледового дворца спорта универсален. Он подойдет для посетителей любого уровня физической подготовки. А еще в Ледовом дворце спорта есть отличное место, где так приятно отдохнуть в перерывах между хоккейными матчами и спортивными тренировками, перевести дух или просто подкрепиться. Кафе «Айс». Оно открыто для всех посетителей спорткомплекса и приглашает попробовать салаты, горячие и холодные закуски, вкуснейшие блюда европейской и белорусской кухни. Каждый житель города может в любое удобное для него время посетить кафе, вкусно позавтракать, пообедать или поужинать. Обходительный обслуживающий персонал, приятный музыкальный фон и демократичные цены позволят каждому посетителю кафе «Айс» получить неизгладимое впечатление от отдыха в нем. Витебский дворец спорта – отличное место для здорового отдыха. Сколько шагов нужно сделать, чтобы влюбиться? Для кого-то, может, хватит первого взгляда или первого прикосновения. Возможно, понадобится первый поцелуй. Но для того, чтобы полюбить нас,
достаточно одного глотка настоящего кофе. Эль-кафе. Кафе, влюбленное в вас. База отдыха Суя. Отдыхайте красиво. Живописная природа, свежий воздух, отличное настроение. Отдыхайте комфортно. Гостевые домики, банкетный зал, уютные спальные комнаты, оборудованная кухня. Отдыхайте активно. Водные прогулки на лодке, рыбалка, баня, бильярд, мангал. База отдыха Суя. Отличное решение для корпоративов, дружеских встреч и семейных праздников.